Студентка третьего курса театрального факультета Анастасия Кайсина с творчеством самарского поэта Станислава Анисимова познакомилась недавно. Девушка признается, что при подготовке к выступлению в амфитеатре на Самарской набережной выбрать несколько стихотворений для исполнения было непросто. Морально готовились долго, потому что пока выбирали стихи, пока подбирали те, которые нам больше придутся по душе. А у него все стихи красивые, поэтому выбрать было очень сложно. Здесь очень интересная ритмика, и она чувствуется, и она... Ну, стихотворения написаны так, что их легко понять и на них хорошо вот учиться. Станислав Анисимов начал писать стихи в 9 лет, публиковался в студенческих многотиражках городской и областной прессе. 47 лет отдал медицине, более 30 лет изучал лекарственные растения. На городской сцене его стихотворения прозвучали впервые. Поддержать артистов пришла и подруга Станислава Анисимова, Инна Иванова. Ну, как вы сегодня слышали, стихи прекрасные. И стихи, таких стихов не пишет никто. Я читала очень многих авторов, современных в том числе. В его же стихах чувствуется любовь, добро, созидание. Это то, что ведет человечество, скажем так, к процветанию, к развитию. Студенты Самарского государственного института культуры исполнили 17 стихотворений. Одно из них прозвучало со звуковым сопровождением. Его в процессе подготовки к поэтическому вечеру придумывал один из выступающих студентов. Ольга Павлова, Никита Колосов, Максим Гусев. События.